25 секунд, и автомат Калашникова разобран. Научиться этому неженскому делу Юлии Шведовой удалось всего за пару месяцев. В кадетском классе школы «Флагман» ученики умеют ходить строем и метко стрелять. С начала спецоперации они еще и волонтеры. Мы выкладывали информацию, что нужно принести, организовывали сборы. Нам приносили люди, мы приносили, сдавали макулатуру, чтобы получить деньги. На вырученные средства закупают материалы для окопных свечей и сухого душа. И первое, и второе необходимы бойцам на фронте. Гуманитарную помощь отправляют грузовиками. В каждую коробку обязательно кладут письмо с наилучшими пожеланиями. Нам важна вот эта связь непосредственно и лицом к лицу, чтобы люди, когда они собирают, видели, кому это. Мы клеим логотипы наши, а у нас сердца, мы видим этаж на нашем логотипе «Флагман за наших». И потом при разгрузке мы видим, сколько ящиков наших вот именно с этими сердцами. И по такой устной договоренности солдаты обязательно потом читают наши детские письма, записывают нам видеоприветы. Благодаря неравнодушным жителям Одинцовского округа сбор гумпомощи не останавливается ни на минуту. У нас такой пример, когда мы коммуницируем и вместе сообща решаем вот эти логистические проблемы. Это очень правильная вообще схема решения этого вопроса, как мне кажется. Одной гумпомощью ребята не ограничиваются. Планируют устроить концерт для бойцов, проходящих лечение в госпитале. Я сам пою, играю на гитаре. Вот я всеми силами за, чтобы устроить концерт в госпиталях, чтобы поднять боевой дух нашим солдатам. Закрываем глаза, то, что там тяжелые ранения. Мы готовы. Сейчас кадеты упаковывают очередной груз. Совсем скоро машина отправится на передовую. 25 числа готовится машина для отправки. Там несколько, три части едут, насколько я помню. Для каждой... Это у нас делают? Нет, тут что-то у нас делали. Да, что-то уже привезли. Москва. У нас расширенный такой большой уже объем. Настоящий кадет, лидер и патриот. Ученики школы «Флагман» с гордостью продолжают традицию, зародившуюся еще в XVIII веке. Карина Ерешева, Илья Павлов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».